Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые дачники, садоводы и любители гортензии. Это питомник-гортензия.рф, с вами Андрей Малышев. Мы находимся в гостинице, буквально напротив. Сегодня начинается выставка Фазенда. Это торговый дом Экспо. Вот я его сейчас увеличу с высоты 18 этажа. Вот там даже люди у нас еще выгружаются. Вот он, торговый дом Экспо. Рядом ресторан Чехана. Это Топчан. Вкусвилл рядом. И вот она, улица Русаковская, это 25, строение 1. То есть вот этот адрес наш получается, Русаковская, 25, строение 1, где будет проходить выставка Фазенда. Вот здесь вот, буквально внизу, вот чуть-чуть вот за углом, там метро Сокольники. Туда дальше идет парк Сокольники. В этом году Фазенда выставка, будьте внимательны, не проходит на территорию парка Сокольники, а проходит на Русаковской, 25, строение 1. Здесь буквально, вот он, бесплатная парковка. Возле магазина М-Видео, вот она, абсолютно бесплатно, здесь можно поставить машину. И вот через дорогу, по пешеходному вот этому переходу, вы можете перейти и попадаете вот к нам сюда, вот на выставку, торговый дом Экспо. Поэтому достаточно легко и несложно нас найти. Так что приходите, сегодня мы работаем с 10 часов, и так ежедневно по воскресенье. Воскресенье у нас последний день до 4 часов работает выставка Фазенда. Вот. Выбор сортов гортензии очень большой. У нас в том числе и Самарская Лидия, и Краса Лисковая, и Скайфолл, Страубери Блоссом. И много-много гортензий будет всяких разных новинок. Также гортензии будут в продаже у нас P9, контейнер P9. Это Polar Beer, это Sunday Phrase и Limelight Sparkle. Это три новых сорта, ну то есть два, можно сказать, известные вам, то есть Sunday Phrase и Polar Beer. А один сорт, Lime Sparkle, это новинка. P9, и они по цене всего лишь по 500 рублей можно будет приобрести. Остальные сорта по цене от 1500. Будет в продаже также Magical Mont Blanc и Magical Kilimanjaro в контейнере C7 и 5 литра и Фрайс Мельба, Пастель Грин, Краса Лискова, Вимс Ред, Пинки Винки, новый сорт Прим Ред, также Сбежавшая Невеста привезем. И много-много гортензий. Skyfall, Фрэнни, Мохито, Геркулес, Граффити, Литл Спуки, Полистар. И, наверное, просто список даже перебрать не могу, потому что их реально очень много. Приходите, мы сегодня работаем до 18.00. А так по 25 сентября. Торговый дом Экспо. Выставка Фазенда. Дорогие друзья, сегодня у нас первый день выставки Фазенда, которая пройдет с 21 по 25 сентября. Адрес: улица Русаковская, 25, строение 1. Вот. Хочу показать, где мы находимся. То есть вот он адрес: Русаковская, 25. Вот. Рядом с нами магазин Вкусвилл и Чехана Топчан. Вот там вот метро. Находится вот там метро Сокольники. Напротив гостиница Holiday Inn. Holiday Inn. Кстати, я сегодня с утра там видео снимал. Вот, здесь есть переход, там через дорогу магазин М-Видео, вот, и вот, вот он адрес, вот он торговый дом, называется торговый дом Экспо. Ну и давайте прогуляемся, покажу наших два магазина, наших два стенда. Когда вы заходите, вы попадаете сразу вот туда, и вот мы, питомник гортензии РФ, место С1, вот С1, вот они гортензии. Здесь у нас гортензия, это вот Пастель Грин встречает у нас. Конечно же, Самарская Лидия Ринзам. Это Полярный Медведь. Это новинка Star Rose. Потрясающий огромный куст Геркулеса. Здесь это Ванилла Фрайс. Вот такие вот огромные шикарные шапки. Есть маленькие гортензии. Маленькие у нас только три сорта: Sunday Fries, Polar Beer и Lime Sparkle. Вот как три сорта: Sunday Fries, Polar Beer и Lime Sparkle. Они по 500 рублей. Ванилла Фрайс по 1500 рублей трехлетки. Skyfall, Самарская Лидия, Сбежавшая Невеста, Вечное Лето, Ticket Pink, Infinity, Краса Лискова, гортензия. Значит, у нас даже спирей есть. Double Play Big Bang и Double Play Gold. Граффити, Мохито, Геркулес, все это есть. Здесь в гортензии Вечное Лето есть вот образец, можно посмотреть. То есть вот такие вот цветы.
Вот. Именно этот куст не продается, но можно купить маленькие. Вот это гортензия Skyfall. Посмотрите, какие цветы у Skyfall'а. Шикарные. Вот. Здесь вот это полистар. Красивая полистар. Это гортензия Diamond Rouge. Вот. Антон занят. Вот. Продает вовсю. Не будем его отвлекать, но он передает привет. И всех приглашает на выставку. Да, Антон? Вот. Здесь у нас завал просто гортензий. Здесь вот такие вот мощные жирные скайфолы. Вот такие вот они идут, видите? Здесь самарская лидия. Кусты шикарные. Инфинити, полистар. Здесь краса лискова, тикет пинг. Мохито, граффити. Ну и пойдемте на другой стенд наш, вот, который прям рядышком находится. Где вот оникс, владимирские розы. И вот второй наш стенд. Здесь куст вот самарской лидии встречает. Здесь вот, значит, 7-литровые контейнеры, это фрейс мелба. То есть вот она, гортензия фрейс мелба. Потом Magical Mont Blanc. Это по 3500. И Magical Kilimanjaro. Вот, они все на цвету. Немножко, конечно, цветы сейчас чуть-чуть пожухли, но смотрится все равно очень красиво. Это вот Kilimanjaro. Это кипельно-белый Mont Blanc. Ну и, конечно же, Фрейс Мелба, 7-литровые горшки, контейнеры. Так, это Skyfall, вот такие вот огромные шапки он выдает, Skyfall, цветки гиацинта. Это самарская лидия в 7-литровом контейнере, то есть вот такие вот, все на цвету. То есть здесь наше второе место. Вот, так что это наш такой стенд. Выставка пройдет 5 дней. 21 по 25. Следующая выставка будет в Одинцово с 3 по 9 октября. Одинцово Экспо. Там будем мы тоже участвовать. Можно сказать, осень на даче, последняя выставка, которая пройдет в этом году. Вот. Так что вот море гортензий, огромное изобилие. То есть вот она, выставка Фазенда. Вот мы здесь. Наше второе место. И возвращаемся обратно к первому месту. Возвращаемся опять на улицу сейчас. Вот у Антона тут очередь. Вот. Конечно же, вот они, гортензии. Красавец Skyfall. С вечным летом. Смотрите, как интересно, контрастно смотрится. Очень даже красиво. Здесь шикарная. Смотрите, какого размера самарская лидия. Просто огромные шапки, огромные. Просто невероятного размера самарская лидия. Конечно же, потрясающая пастель грин. Уникальная гортензия 9 цветов, как ее называют. Полярный мишка, тоже огромные шапки, но немножко чуть-чуть морозом побил уже, у нас было минус 7. Вот, но смотрится все равно очень круто. Polar Bear, тоже потрясающий сорт. Вот, есть маленькие. Маленькие у нас по 500 рублей, чтобы вы понимали, что такое. То есть 500 рублей, вот он, контейнер P9. Это вот Polar Bear. Или, к примеру, Sunday Phrase. Вот контейнер P9, 500 рублей. Lime Sparkle, вот здесь сверху стоят, вот они тоже по 500 рублей. Для примера, вот Diamond Rouge. Diamond Rouge, вот такой вот кустик Diamond Rouge. Это 1500 рублей. Сбежавшая невеста. Смотрите, даже с цветочком. Вот, видите, какая шикарная сбежавшая невеста. Вот, также есть вечное лето. Вот такая вот вечное лето у нас, оригинал, просто необыкновенная, которую сейчас показывал я вживую на цветах. Так, вот это у нас гортензия Star Rose, розовая звезда. Сейчас я большую. Да, сейчас покажем мы с Антоном ее большую. Вот, смотрите, какой образец. Шикарный саженец, посмотрите, какие цветы. Это новый сорт Жан Рено, да, Антон? Да, новый сорт Жан Рено. Да, и у нас таких, кстати, саженцев не было. Еще, кстати, у нас есть «Бежавшая невеста». А я показал уже. Да, «Бежавшая невеста». Что у нас еще есть? Полистар. Граффити, мохито, геркулес. А вон ванилу покажи, какие ванилы. Да, ванилу вот просто, да, по 1500 хороший. Рублей. Вы оцените, трехлетки, 1500. Смотрите, рублей, все. О, освоенные корни шикарные. Корни шикарные просто, да. 1500. Да. То есть ассортимент сумасшедший. Две точки, скажи, да, Антон? А, кстати, новиночка тоже есть интересная. Да. Тикет пинг, да, от Веры Викторовны Глуховой, кстати, да. Да, ну вот такой куст. 2500. Вот такой вот шикарный тикет пинг. Инфинити, да? Покажи еще инфинити. Инфинити. Лист покажи, да. Листва. Мне даже вот. Один листик можно взять. О, лист. Бордово-красный, фертильный, стерильный цветочек. Обалденный, да. Да, обалденный. Метр высотой, 90 сантиметров. Да, шикарный сорт.
Так что приходите, мы здесь с завтрашнего дня тоже. Завтра лекция, Андрей будет читать по гортензиям сейчас. Нет, с 15, нет, с 15 до 16. Ну, с 15.00 до 16.00. А послезавтра голубика. Завтра голубика, так в то же время? Да, будет викторина, да, с подарками? Да, викторина будет с подарками. Да, если так что приходите. Всех зовем к нам на выставку. Ну что, я прогуляюсь еще на улицу, еще раз покажу. Я уже тут ее снял со всех сторон, давай тебя сниму. Вот, даже сфотографирую. Правда нужно, да? Забрали уже? Забрали. Все, хорошо. Так, наш мест еще раз, С1. Так, и опять выходим на улицу. Конечно же, выходим на улицу. Вот, опять показываю метро. Вот там метро. Здесь Чехана и Вкусвилл. Вот улица Русаковская, 25, строение 1. Рядом пальчики крылись какие-то, маникюр, педикюр. И вот он, торговый дом Экспо. Вот. Здесь вот, кстати, пешеходный переход. Вот он, пешеходный переход есть. И там можно машину оставить. Вот прям у МВидео. Там бесплатная парковка. Eras mi sueño, mi vida, y me pareció real. Y yo pensé que es el amor. Eres mi mundo entero, eres mi sol. Enamorado, y no puedo yo vivir. Ну вот сейчас у нас купила женщина две большие гортензии. Вот такой вот куст самарской лидии, 35-й контейнер. И вот такой шикарный геркулес. Сейчас мы упаковали их, закрутили. И будем укладывать в машину. Так что доставка у нас организована очень быстро. Да, Нурлан? Да. Вот. Так что Фазенда работает. Все отправляем.